Всем добрый день. Банк ВТБ, Мельникова Лидия. Я Иван Голубев, и мы сегодня вам расскажем про голосового ассистента ВТБ, настоящее и будущее постапокалиптического банкинга. Да, голос — это основной канал коммуникации с человеком. Уже достаточно много об этом говорят. Да, это навык, которым мы обладаем практически с рождения. Он проще для нас и доступен в любой жизненной ситуации. В принципе, наверное, вот развитие всех технологий идет исходя из того, что голос доступен всегда и везде. Технологии развиваются и способствуют тому, что люди очень ценят свое время. Мы используем коммуникацию голосом всякий раз, когда нам нужно быстро донести информацию. А голосовые помощники позволяют существенно расширить спектр задач, которые доступны для нас в решении через голос. Голос проще, удобнее, доступнее. Но на самом деле так ли обстоят дела, когда речь касается голосовых финансовых помощников? Насколько клиент готов управлять своими финансами при посторонних, когда он находится в транспорте, на работе, либо где-то в общественных местах? И ответ на этот вопрос, конечно же, нет. Поэтому на самом деле количество ситуаций, когда клиент готов получать финансовое обслуживание в этом канале, крайне ограничен. Основной стоп-фактор – это конфиденциальность. Необходимо дать клиенту возможность общаться с помощником тет-а-тет. Именно для этого мы поддерживаем для клиента возможность общаться с ассистентом через текст и бесшовно переключаться между голосовым и текстовым режимами для того, чтобы при смене жизненной ситуации, да, он не заново начинал коммуникацию с банком, а просто переключался в тот формат общения, который удобен ему прямо сейчас, здесь, именно в моменте. Мы поддерживаем работу ассистентом через гарнитуру, да, и здесь стоит отметить, что более половины наших клиентов используют как раз этот режим взаимодействия. И соблюдать конфиденциальность помогает в том числе работа с ассистентом через шаблонами. Когда клиент предварительно настраивает шаблоны, дальше просто вызывает его голос, ему уже нет потребности вслух произносить какие-то информацию по своим платежам, суммам, получателю платежа. Второе опасение клиента – это выстраивание доверия к каналу. Да, наверное, у каждого из нас есть история, когда мы попадали в какую-то неловкую ситуацию из-за автозамены. И вот этот вот так называемый эффект Т9 уже давно приучил нас не доверять машине и всегда за ней четко все перепроверять. Когда мы находимся в какой-то обычной жизненной ситуации, да, цена ошибки, она невелика. Ну, на самом деле, там, немножечко покраснеть перед собеседником. Когда же касается речи финансового обслуживания, то здесь цена ошибки очень существенна для клиента. Ну и стоит отметить, что русский язык крайне многообразен, и зачастую у нас передача смысла идет через интонацию, а не слова. Поэтому второе опасение клиентов – насколько качественно робот их понимает. Поэтому важно не просто предоставить клиенту качественный сервис, который позволит снять его опасения, но и дать клиенту время на то, чтобы он на себе оценил это качество и убедился в нем. Таким образом, у клиента должен сложиться пазл, что то, что он говорит, то, что он видит и то, что он слышит, совпадает именно через этот опыт, и только на своем примере клиент выстраивает доверие к каналу. Ну и так как у клиента нет потребности общаться с финансовыми ассистентами на ежедневной основе, то этот вот период формирования доверия к каналу он может занимать несколько месяцев. И дальше в один момент после совершения очередной рутинной операции клиент понимает, что он ни разу не взглянул в интерфейс устройства. Именно как такой сложившийся опыт клиентов натолкнул нам на мысль в перспективе дать возможность самостоятельно клиенту настраивать режим отображения взаимодействия его с помощником.
мы планируем в перспективе внедрить возможность для тех клиентов, которые еще только формируют доверие к каналу, режим визуализации диалога с двумя опциями – с поддержкой истории коммуникации и без. А для тех клиентов, у которых уже сформировался достаточно высокий уровень доверия к каналу, возможность полностью отключить режим визуализации диалога. Ну и последнее в списке, но не последнее по значимости с точки зрения опасений – это безопасность канала. Одним из инструментов, ну, наверное, таким самым существенным, который обеспечивает безопасность, конечно, является применение голосовой биометрии. Мы планируем идти дальше в эту историю и в перспективе научить нашего ассистента реагировать исключительно на голос клиента. Да, ну и для борьбы с автоматизированными мошенническими обзвонами компании в том числе начинают применять брендированные голоса. Мы в текущем году совместно с коллегами из Яндекс запустили для нашего навыка в Алисе брендированный голос. Это первый кейс на рынке, что навык в колонке заговорил собственным уникальным голосом. В принципе, брендированные голоса в собственных внешних каналах станут в перспективе неотъемлемой частью бренда и позволят в том числе клиенту проще идентифицировать с мошенников. Ну и для собственных каналов мы применяем сейчас on-premise решение Яндекс Пичкит, поэтому как бы понятно, что в колонке мы используем облачное решение, а для собственных каналов on-premise. Поэтому помимо развития технологий непосредственно с самим клиентом необходимо работать в двух направлениях. Это конфиденциальность и выстраивание доверия к каналу. Мы постоянно коммуницируем, промотируем свое решение на клиентов, рассказываем о его возможностях, его удобствах, но, как видно на цифрах, да, до февраля текущего года трафик был достаточно стабилен. В конце февраля в связи с внешними событиями все финансовые организации почувствовали на себе кратный рост по обращениям, и у клиента возникла потребность искать новые каналы взаимодействия с банком. Одним из таких каналов стал, собственно говоря, голосовой ассистент. В марте нагрузка на ассистента выросла в 2 с лишним раза. При этом сразу отмечу, что после стабилизации ситуации, как видите, конечно, нагрузка спала, но клиенты остались в канале, они на собственном опыте ощутили его преимущество, ощутили его удобство, и сейчас уже без влияния каких-то внешних факторов трафик начал органически расти. То есть, почувствовав это на себе, уже не просто на словах, где-то в рассказах, а испытав непосредственно на себе удобство этого канала, удобство коммуникации через него, получение услуг, клиенты возвращаются, и трафик растет уже органически. То есть, это события конца февраля послужили как бы таким толчком для развития ассистента. Ну и, конечно, рост трафика привел к тому, что мы получили ряд новых запросов, с которыми ранее ассистент не сталкивался. Мы применяем автоматизированные средства выявления новых тематик в запросах, которые позволили нам оперативно отреагировать и в моменте дообучить ассистента. И не только в связи с ростом нагрузки не упасть в показателях, но и нарастить в этот период автоматизацию канала с 68 до 70%. И на текущий день автоматизация канала составляет уже практически 79%. И предлагаю посмотреть небольшой ролик с результатами нашего ассистента за 2022 год.
Коллеги, я продолжу рассказ, возвращаясь к событиям февраля 2022 года, когда возникла ситуация ограничения мобильных приложений в сторах, и многие клиенты столкнулись с тем, что привычные для них каналы общения с банком стали недоступны. Соответственно, банку надо было предлагать этим клиентам какие-то альтернативы, и здесь голосовой канал был одним из кандидатов. Как рассказывала Лидия, не всегда людям удобно общаться вслух про свои финансы в публичных местах, в общественном транспорте. Но, тем не менее, мы знаем, что клиенты ВТБ много времени проводят у себя дома или в личном транспорте, там, где голосовой интерфейс вполне себе уместен и для многих клиентов уже даже привычен. Я говорю в первую очередь о тех, кто пользуется голосовыми помощниками, владеет умными устройствами. И здесь для таких клиентов мы нашли возможность предложить новый подход к управлению личными финансами. И для этого мы подружили голосового ассистента ВТБ с Алисой от Яндекса. И теперь клиенты ВТБ могут на устройствах и приложениях Яндекса запустить навык «Помощник ВТБ», пройти в нем авторизацию и оплачивать услуги голосом. Авторизация действует 35 дней, при этом если человек в течение этого периода совершает операцию в навыке, то автоматически авторизация продлевается далее еще на 35 дней. Мы начали с операции оплаты мобильной связи. И в этом сценарии клиенту, нужно сказать, ассистенту ВТБ, положи 500 рублей на мой телефон, например. Ассистент принимает распоряжение, дальше остается только подтвердить операцию. При этом можно использовать как тот номер телефона, который банк уже знает, номер клиента, так и продиктовать любой другой телефон. Операция оплаты доступна клиентам на тех устройствах, которые уже у них есть. Это мобильный телефон с приложениями Яндекса, это компьютер с Яндекс.Браузером или умная колонка с Алисой. Что важно, что клиенту для того, чтобы пользоваться услугами ВТБ, не нужно приобретать какие-то дополнительные девайсы. В этом случае, наоборот, банк выходит на те поверхности, которые у клиента уже есть, и расширяет его функциональные возможности. Я предлагаю посмотреть короткий мультипликационный ролик, который показывает, как это работает. Голосовой ассистент ВТБ. Оплачивайте сотовую связь с ВТБ в Алисе. Запусти чат с ВТБ. Запускаю навык «Помощник ВТБ». Добрый день. Чем могу помочь? Пополни-ка мой мобильный на 500 рублей. Давайте проверим. Пополняю ваш номер, заканчивающийся на 3151, на 500 рублей. Если все правильно, скажите «Подтверждаю». Подтверждаю. Готово. ВТБ. Не отвлекайтесь от главного. Так, ну и возвращаясь к вопросу конфиденциальности и безопасности. Значит, сразу скажу, что вся работа с пользовательскими данными происходит в соответствии с федеральным законом о персональных данных. Кроме того, хочется обратить внимание на то, что безопасность платежей обеспечивается процедурой авторизации, так называемой связкой аккаунтов по протоколу УАОС 2.0. При этом клиенту не нужно вводить свои учетные данные от интернет-банка формы Яндекса, никаким образом передавать эти данные третьей компании. Все клиентские данные остаются в банке и под защитой банка. Кроме того, мы внедрили процедуру контроля клиента устройства. Это значит, что человек может оплатить сотовую связь только с того устройства, на котором он эту связку аккаунтов установил. Плюс мы внедрили дополнительный процесс работы с чувствительными данными, которые клиент или сам голосовой помощник может озвучить в диалоге. Например, тот же самый номер телефона. Такие данные особым образом помечаются и не сохраняются в Яндексе. Давайте поговорим теперь о бизнес-результатах. За первые 5 недель после внедрения функции оплаты сотового в навык этим навыком воспользовались 12 тысяч человек, 12 тысяч пользователей Алисы. На слайде динамика аудитории. И кроме того,
количество операций, которые люди сделали через навык за этот период, вдвое превысило количество аналогичных операций через голосового ассистента в приложениях банка. Мы здесь видим позитивный тренд. Если говорить о будущем, то мы планируем расширить количество доступных через Алису операций. В первую очередь мы запустим оплату штрафов ГИБДД, потом оплату коммунальных услуг. И мы рассчитываем, что это позволит еще прирастить аудиторию, увеличить количество операций, проводимых через навык. Также, если говорить о перспективах, то мы хотим продолжать строить полноценный голосовой daily banking, внедряя омниканальные решения, и рассчитываем, что клиенты смогут получать финансовое обслуживание и в приложениях банка, и во внешних приложениях и устройствах, и в телефонном канале. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, мы готовы ответить. Вопросов на самом деле там море, поэтому я вас очень прошу обратиться в наш чат мобильного приложения и прямо аккуратненько всем ответить. Я один выберу какой-то вот самый короткий. Замеряли ли вы, как показатель доверия голосовому ассистенту вашему зависит от вообще каких-то демографических признаков пользователя, особенно от возраста? Ну, на самом деле, конечно, мы смотрим на профиль нашего клиента и были удивлены, потому что изначально мы рассчитывали на аудиторию, скажем так, 18-28, но сейчас мы видим, что это совершенно не так, и доля финансового помощника голосового — это вот интервал где-то 25-45. Дальше идет интервал возрастной 60-65, и только после этого 18, вот там 21-23. Интересная статистика. Спасибо, коллеги, большое.